На площадке будущего второго корпуса губернаторского лицея номер 100 работа не прекращается. Строителям предстоит в кратчайшие сроки возвести коробку здания, чтобы приступить к устройству инженерных сетей. На объекте трудятся 25 специалистов, задействованы 3 крана, экскаватор и автобетоносмесители. Алексей Русских отметил, для своевременного завершения работ надо увеличить количество каменщиков. Гоняем, техника есть, люди есть, ЖБИ обещают, думаю, все быстро уже пойдет. Тогда из земли выйдем по плану. Из земли в июле выходим, начало июля. Под фундамент здания забили 649 свай. Далее строители бетонируют ростверки и заливают полы. Завершается устройство цоколя. С этой недели на объект начнут поставлять железобетонные блоки. А вот в садике на Шигаева постепенно завершают работы. Сейчас идет отделка помещений. На территории монтируют детские площадки с навесами. Детский сад будет рассчитан на 160 дошколят. Месяц по контракту. Угу. Ну, думаю, в середине августа уже мы его... как бы отмоем и все сдадим. А ты же сказал, дней 20 после контракта, после первого июля. Ну да, где-то дней 20, стараемся на запас, мы говорим, что месяц. Глава региона поставил задачу администрации города сделать хорошую подъездную дорогу к учреждению. На футбольном манеже на Шолмова идет устройство инженерных сетей и отделка фасада. Покрыша, основная кровля у нас выполнена, остались карнизные свесы. Вот как раз доска вот у нас лежит готовая, она уже окна биозащиты проведена у нее. Сейчас лаборатория, и мы начинаем монтаж карнизных свесов. И будем подсоединяться уже в ремневую канализацию. Подрядчики отмечают, строительство идет в соответствии с графиком. Объект планируется закончить в срок, к сентябрю. Необходимо в кратчайшие сроки выйти на внутренние отделочные работы. Анна Тищенко, Анатолий Рассохин, Улправда ТВ.